Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому рецепту, потому что он очень классный. Сегодня мы с вами готовим стейки, но не обычные, а стейки из цветной капусты. Они невероятно вкусные и уверенно понравятся всем, даже тем, кто считает себя только мясоедом. Эти стейки можно подать как самостоятельные блюда или в качестве гарнира, например, к мясу или к рыбе. Первым делом нам нужно подготовить цветную капусту. Для этого мы ее промываем и убираем вот эти вот листики. Мы помыли капусту, срезали с нее все листья. Обратите внимание, кочерыжку мы ни в коем случае не трогаем. И теперь я покажу, как правильно ее нарезать на стейки. Размер стейков зависит от величины капусты. У меня получились вот такие вот небольшие стейки. Вот такие. Если кочан будет большой, то они получатся довольно крупные. Здесь кому как больше нравится. Капусту мы с вами нарезали. Теперь берем глубокое блюдо, наливаем туда воду, добавляем лимонный сок и складываем капусту. И оставляем примерно на 5 минут. Таким образом она получится мягкой и нежной. Пока капуста маринуется, мы приготовим штуку, я не знаю, как это назвать, наверное, соус, который мы будем смазывать капусту перед жаркой, перед запеканием в духовке. Берем мисочку и смешиваем в ней все остальные ингредиенты. Теперь берем форму для запекания, смазываем капусту с двух сторон нашей смесью, которую мы только что приготовили, выкладываем в форму и убираем в духовку. Духовка у нас разогревается, температура должна быть 220 градусов. Посмотрите, какая красивая капуста у нас перед запеканием. Мы убираем ее в духовку и готовим примерно 15 минут. Она должна стать мягкой.